can't get my nose right. Студия Disney обнародовала первый трейлер своего нового 3D-мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Это экранизация сказки братьев Гримм о принцессе Рапунцель, похищенной в детстве злой колдуньей и заточенной в башню, где девушка отрастила очень и очень длинные волосы. Разумеется, история будет рассказана в стиле Disney. В ней появляется лучший в королевстве вор, который сбежал из тюрьмы и решил спрятаться от погони в башне Рапунцель. Что из этого вышло, мы узнаем 25 ноября. А пока смотрим трейлер. All right, listen, I didn't want to have to do this, but you leave me no choice. Here comes the smolder. You coming, Blondie? Let down your Ольга Белик для TV2Go.